Недорогое, но достойное устройство с негромким именем Ultrabook Transformer VOYA V-Book V3 с сенсорным IPS-дисплеем. С возможностью работать в режиме планшета, с комплектным стилусом, экран TFT IPS 13,3 дюйма, разрешение 1920x1080, емкостной мультитач, процессор четырехъядерный Intel Atom X5Z8300 с тактовой частотой 1,84 ГГц, графический ускоритель HD Graphic Gen 8, операционная система Windows 10 Home, оперативная память 4 ГБ, встроенная память 64 ГБ, поддержка карт памяти до 128 ГБ. Беспроводные интерфейсы Wi-Fi 802, Bluetooth 4.0, камеры основная 2 мегапикселя, автофокус фронтальная 2 мегапикселя, датчики акселерометр, микрогироскоп, аккумулятор 10 000 мАч, вес 1500 граммов. Honda V80 Plus 8-дюймовый дисплей с разрешением 1920x1200 пикселей работает на Windows 10 Home с возможностью переключения на Android 5.1 Lollipop. Установлен 4-ядерный 64-битный процессор Intel Cherry Trail Z8300, 2 ГБ оперативной памяти, встроенный накопитель на 32 ГБ с поддержкой карт памяти microSD объемом до 120-80 ГБ и аккумулятор на 4200 мАч. Планшет T-Class T-Book 16 Pro 2 в 1, таблет PC. T-Class представила новинку планшет Transformer T-Book 16 Pro. К нему можно подключить клавиатуру для упрощения работы с текстом, но клавиатура покупается отдельно. Процессор Intel Atom Z8300 и 4 ГБ оперативной памяти. Есть 64 ГБ для хранения файлов с возможностью расширения при помощи карты памяти объемом до 128 ГБ. Экран имеет диагональ 11,6 дюймов, разрешение Full HD по технологии IPS. Фронтальная камера 2 мегапикселя, позволяет совершать видеозвонки и делать фотографии. Аккумулятор 7200 мАч, при этом толщина выполнена из металлокорпуса около 5 мм. Установлено две операционные системы, это Windows 10 и Android 5.1. T-Class X70R 3G Phablet. Недорогой бюджетный планшет стоимостью до $50, двухъядерный процессор по 1 ГГц на ядро, за графику отвечает графическая подсистема Mali MP2, две сим-карты с поддержкой 3G, GPS, IPS, Bluetooth, Wi-Fi, сверху разъем для наушников и разъем microUSB для зарядки передачи данных с поддержкой OTG. Можно подключать мышку, клавиатуру и другие прочие аксессуары.